Доброго времени суток. У меня сломался, ну или перестал работать велофонарь задний. Вот я его переворачиваю. Тут кнопочка нажимаю, да. Ничего, батарейку поменял. Сейчас еще раз посмотрю, что к чему, да, с ним. Так, мы сейчас раскроем. Так, вот там две батарейки, типа 3А. Вот я его прижал. Не хочет, все, батарейки абсолютно новые. Только что купил. Так, ну что ж, давайте отвинтим, разберем. Так, что у нас там? Крестовая, да? Крестовая. Сейчас. Нужный крестик. И разберем фонарь. Толстая, тогда возьмем, сделаем по-другому, подберем, сейчас. Так, это эти два винтика снимаем, да, что мы тут видим, все тут вроде чисто. Тут все чисто, тут контакты вроде бы тоже крепление. Задние тоже вон. Все вроде в норме. Почистим немного. Спиртом можно растворить, но растворителем, я не знаю, спиртом, да, проверим, не жирим, пойму, что такое случилось. Так, кнопка. Вставляем ее на место. Так, следом. Нашу, да? И сейчас и привинтим. Ну вот, почистили контакты. И... Так, сейчас мы закрепим. Видите? Вот они все, эти режимы работают. Теперь нам нужно будет чуть-чуть приподнять контакт, вот этот вот, чтобы батарейка не выскакивала. Мы его чуть-чуть приподнимаем, капельку, вот этот вот контакт я капельку приподнял вверх, потому что батарейка норовила выскочить. Вот так, нажимаем. О, соответственно, нужно периодически контактики чистить. Так, теперь открываем крышку, проверяем. Раз режим, два режим, все, выключили. Спасибо за просмотр.